Друзья, здравствуйте. И у меня сегодня такой небольшой обзор техники, которая у меня на кухне. Итак, вот такая большая плита с духовкой, со всеми. То есть сверху стоит у меня индукционная. Со временем мы поменяем эту плитку электрическую на индукционную. И тогда будет что-то как бы экономнее все. Сейчас стоит вот такая индукционная плита. Она экономичнее, чем вот эта электрическая. И здесь мы видим, смотрите, тут совершенно... я не это хотела показать. Вот здесь. Видите цифры? Так, надо вытереть здесь немножко. Не увидела. Ну, ничего страшного. Здесь только цифры. А сколько это в градусах? Совершенно непонятно. Это просто вот комфорочка одна сверху, одна комфорка снизу. Но сколько здесь градусов, совершенно непонятно. Вот написано low. Вот. И здесь high, средняя. Это слабое, это горячо. Ну вот так. А сколько это в градусах, так я и не нашла в этой плите. А здесь, да, а здесь есть градусы. Значит, здесь вот, видите, когда включается, включается здесь. Вот температура, видите, вот, ну нельзя сейчас. Если ничего не стоит, не включается. Значит, здесь можно поставить температуру, видите, вот здесь Фаренгейт и Цельсия. То есть, что вам подходит? Как всегда, электрочайник есть. Ну, это как обычная вещь. Раз-раз быстренько закипятила и это. Хотя есть и такой чайник. Так, теперь вот новая штуковина у меня появилась. У нас компания Oster. Очень много всего. Вот такая плита, на которую можно жарить и все что угодно делать. Вот здесь открывается. Закладывается, жарится. И здесь тоже у нас вот, видите, я сейчас вытащу. Вот у нас тоже здесь, видите, есть 275, 325. Это выключено. А это вот Фаренгейты сюда вот, от меньшего к большему. Что это означает, я еще не знаю. Это новая у нас игрушка фирмы Oster, поэтому я еще не знаю. Но вот такую вот штуковину можно вот мыть вошер. Ну не знаю, я еще не пользовалась, попробую. Ну и буду показывать, что у нас. У меня кофеварка МакКофе. Здесь у меня просто ножи. Здесь, видите, вот это вот у меня. Сейчас я тут все раздвину. Ну, как видите, вот эта вот машиночка. Тут готовим мы быстренько свеклу. Свекла вообще 2 минуты варится. Картофель это вообще одна минута. И так далее. То есть рис и все прочее можно тут. Что только не хочешь. Вот такая штуковина, резалка. Чего она только тут не делает. И слайсы, и кусочки, видите, слайсы, кусочки. Естественно, что здесь я на этой штуковине делаю фарш. Можно делать тесто. Вот здесь вот этот нож, это тесто. А это нож, который... Все режет у меня. Да. Здесь я морковочку быстренько делаю, как на крупной терке. Вот. А эта штуковина, это делает корейскую морковку. Можно ее делать из морковки, а можно делать из
цукини или кабачков. То есть вот у меня все в работе. Абсолютно вся техника, и она вся в работе. Вот такой небольшой обзор. Ну и дальше я потихонечку показываю, конечно. Ну, как всегда у нас, фильтр обязательно нужно. Да. Ну, вот это новая машина, которую я буду использовать. Здесь можно пожарить картошечку, здесь можно сделать плов, здесь можно сделать оладьи. Здесь, ну, много чего можно сделать. Рыбу пожарить. Ну, то есть очень-очень-очень много чего можно сделать. Что я и буду делать. Ну и, как всегда, я продолжаю. Какие-то продукты я принесла с магазина. Я их удерживаю, вытаскиваю из этих вот всех этих вот оберточек. Через сито обязательно. В бутылочку вот здесь из-под коки. Вот пока есть. Ну да, чтобы не заводились эти долгоносики. На передержке все вместе я не ставлю, все в баночках, все закрыто, все закручено, все вот так. Здесь во Флориде нельзя это все оставлять вот так. Ну что делать, надо. Да и не обязательно во Флориде, если вот так вот дом, то обязательно нужно это все, да и не дом, обязательно все это нужно пересыпать, пересмотреть и сложить вот так вот в бутылочку. Как я складываю, вы уже видели. Понравилось видео? Ставьте лайки и подписывайтесь.